Другим новостям. Обама и Путин все-таки встретились в Китае. Беседа двух президентов продолжалась всего несколько минут, но успела наделать много шума в мировой прессе. Готовность лидеров США и России к общению, особенно в контексте более чем прохладных отношений, многих откровенно удивила. Более того, Путин и Обама выразили готовность к более обстоятельной встрече уже завтра. Все подробности у Евгения.